Сначала в бездну свалился стул. Потом упала кровать. Потом мой стол. Я его столкнул сам. Не хочу скрывать. Потом учебник «Родная речь». Фото, где вся семья. Потом четыре стены и печь. Остались пальто и я. Прощай, дорогая. Сними кольцо, выпиши вестник мод, и можешь плюнуть тому в лицо, кто место мое займет. Итак, очередной выпуск завершен. Хочу я к дню рождения набрать 1000 подписчиков. Заходите на мой канал. Оставляйте лайки и комментарии, подписывайтесь, будьте здоровы и всего вам доброго!